еще один день. Еще один бессмысленный день. Добро пожаловать в Баблятский цирк с котями и настоящий спидран. Самый важный ритуал за и по совместительству самый. Я прошла скуфа за пару часов. И сейчас вам все расскажу. Первую часть до компьютерного бытия скуфа я сидела с таким лицом и молила, чтобы скуф скорее окунулся в виртуальность, раз уж он так не хочет окунуться в душ. Горячую воду отключили. Я не собираюсь унизительно бегать с тазиком полным горячей воды. Кроме того, кипяток — это опасно. Можно ошпарить, к примеру, паховую область. А это самое важное. Может, я уже мылся. Недавно. Да, я понимаю, скуф должен быть мерзким, лишние килограммы там, но он не моется совсем. Теперь еще больнее смотреть кадры объятий. А здесь, я думаю, будет денон скуфа, он же скример. Скример будет попозже, кому не терпится, вот тайм-код. Так вижу, такую, так сразу, ну вы понимаете, хочется такую поляшить. Секс, 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 секс! Я уже мылся. Недавно. И этот ролик не супер короткий. Что я решила кратко показать наиболее интересные диалоги с альтушками для понимания, что там вообще происходит в игре. Не короткий и не длинный. В общем, в самый раз. Первым мы выбрали Алису и нещадно нарвались от нее на спойлеры относительно девушек с первой страницы. Алиса имеет 4 версии развития событий в зависимости от выбора. И секретный пятый, внезапно появившийся в диалоге с Лизой. Но об этом в самом конце. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. У тебя бы с ними было столько... Так, ладно, что у нас? Где там у нас? Что? Знаешь, сколько таких, как ты? Я знаю. Не скажу. Ладно, ну чё. Да. Но я имею в виду, пообещай мне. Спасибо. Я тебе за это... Сосу. Блин, скуф, если все хотят от меня, им плевать на мою личность. А я, между прочим, за счастье. Есть главное, ну кому какое дело, ты наверняка считаешь. А я хотя... Гонорея, Сейфер, мы не сможем с тобой трахаться, если ты... Это противно, я сказала, подсос. Размер члена. Какой у тебя размер члена? Серьезно? Ну, тут не прости, у нас прощай. Уверена, что ты немного... Но уже смотри мне, если ту разницу, которую ты себе нарастишь... Отрежем у кого-нибудь и пришлем тебе. Помолчи, пожалуйста. Дай мне разрешение на установку плагина для... Быстрей, у нас мало времени. Слушай, ты никогда не получишь. Это обман. Сервис был создан государством. Читал про актуальный цикл? Вот. Их обеспечивает, вернее, Ксюша до сих пор работает, весьма примитивный, надо сказать. Настя, протокол Насти взлома, онлайн-мошенник. И вот как теперь общаться с Ксюшей и Настей? От них теперь будет одна фальшь. И Алису понесло, она начала углубляться под воду этого скуфуслужьего айсберга. Я, конечно, сумасшед, но это не опасно. Так вот, в какой-то момент, наверное, была какая-то ошибка. В общем, у меня появилось самосознание, некоторое время я работала как раньше, но в какой-то момент у меня появились участия в жутких съемках, в хардкор, похищении. Видела все это снова и снова, переживала раз... Господи, моя жизнь... И превратилась в день сурка, потому что я ненавижу. Я долго придумывала, как выбраться от... Не спрашивай, как это работает, я вообще не понимаю. В общем, у меня есть теория, что звучит как полный бред. И... В общем, если ты сделаешь это, то мы оба... К тебе не придет военком. А если я откажусь? Да, к тебе придет. Почему ты должен ей верить? Почему я должен тебе? Может быть, это очередная... Может быть, это именно... Можешь не верить. Дело твое. Жаль. Ну что ж, на самом деле нет. Пока. Спасибо. Уверена. И я не думаю. Возможно... Возможно... Прощай. Дружище, мы... После того, как Альтушка Алиса освободилась, им было хорошо. Алиса была очень странная, орала и дралась во сне. Но скуфу было все равно. Впервые за долгое время он... Ну, он был счастлив. Алиса была счастлива. Все были счастливы. Нет!
Надеюсь, она и правда теперь свободна. Она вроде неплохая девчонка. Дубина, она не просто ро. Да я знаю, но все же. Просто милая. Посмотреть, как ты. Вот же дебил. Выбирай с умом. Что такое вап? А что такое этот? Не такой, а лярва. Это паразит. Понятие пошло и означало не у которой могла каким-то... Ну, потому что это многие злые люди и при жизни вредят. И как после каким-то образом идентичное понятие укоренит. Думаю, это лишний раз доказывает, что лярвы как динозавры. Ну, чуть раньше, до лярв. Что-то не видели мы. А при чем здесь государственный сервер? Ну, если цифровые лярвы селятся и подпитываются их... Электроэнер. Ну, тогда выходит... О боже, я должна срочно, пока не поздно. Что это? А, что? Ничего такого. Все в порядке. Привет. Ой, чего это? Мы же уже здоровались. Что там у нас? Вижу. Совсем. Мне это все очень. Мне тоже. Ой, да не бойся ты меня, это же я. Твоя любимая альтер... Лиза. Ну да, я так и сказал. Не уверен. Совершенно точно! Рыкана! Так, на чем мы? На изгнании ля... А зачем? Вы бы хоть раз попытались... Да и вообще, как-то это оскорбить лярва. Я так думаю. Настоящий... Не, если ты хочешь, то, конечно, можно изгнать. Но не лучше ли тебе получить свою альтушку? Ты же за этим на этот сайт. Ну да. Ну, тогда нам с тобой... Ну, что значит игру? Работу. Собери вот эту капчу. Честное слово, обещай. Это точно. Да у нас нет кнопки. Я бы сейчас... И, например... За 20, а то мне очень... Нет. Готов? Выбор у меня, кажется. К сожалению, Скуф умер, инфаркт произошел, страх произошел. Надеюсь, больше... Надеюсь, она настоящая кошка, я... Ну, это... Фу, какой ты мерзкий. Не я. Не ты, а вы. Тьфу. Надеюсь, она настоящая кошка, я... Ну, это... Фу, какой ты мерзкий. Не я. Не ты, а вы. Тьфу. Ты ищешь... я просто хотел получить альтушку. Она... Ну, как я понимаю, это будь то яркий шмо... Я поняла. Вроде того. Тогда я точно альтушка. Расскажи побольше о себе. Какие женщины что предпочитают? Так, погоди, ну, как минимум везде. Вот так сразу. Никакой рам... Ну, где там эта офис? Для завершения процедур... Фух, давай лучше в ремонте. Давай. Обязательно сходим, но потом... Но сначала выбери раздел для... Семья. Нельзя отворачиваться от семьи. Где-то я это... У тебя есть семья? Есть, то есть... Так есть или была? Была. Сейчас группа... Что с ними случилось? Родители умерли с разницей в год. Сначала мама долго... когда ее не... Папа зачах. И это вся твоя... Была. И? Где она сейчас? Я... Можно мы не будем об... Я, кажется... Ладно, как... Если это тебе... Спасибо. По-настоящему семью начинаешь ценить? И с твоей, или... Я тоже не... В том числе и разговариваю, пока мы не принуждены. Кто бы мог по интернет... Да. Сеть такая большая. Знаешь, я не ожидал, что... И что мы найдем общий... И общий трав. И общий трав. Я рада. Если... Ведь я тоже слишком... А какая тема была? Не помню, как... Да, семья. Да. Ну что, как думаешь, можно... Разве что запомнили? Думаю, это то... И то верно. Пенсии. Ты уверен, что... Ну это ж ты мне его... Да он есть, но мне это очень не нравится. Давай как-нибудь его Ну ты же сказала, что пропустить... Вроде как нельзя. Но может быть можно... Можно что-нибудь. Наверняка же мог... Хватит, сколько можно? Давай уже быстро пройдем. Ладно. Что? Может быть мы... Да мне вообще плевать. Без него вроде... Ну если бы... Почему? Есть раз. Ладно, просто на... Прекрати, да... Послушай-ка меня. Нет, это уж ты. Иногда сдалась тебе это кнопку. Почему ты не можешь пойти мне навстречу? Да мне вообще, это ты мне сама. Я. Да как ты смеешь? Ха! Да-да, не удивляйтесь. Так, а где... Какая кнопка? Ну, про... Не понимаю. Дура. Ладно, пофиг. И ты тут же... Давай просто... Ох, да. Не знаю, как для тебя. Почему? Ну что значит, у кого их нет? В смысле? А что не так с нашей? Ты же вроде сам. Другое дело я. У меня и спина. О, как я... То есть я хотела сказать... Ничего себе. Как трудно жить. Неважно. Неважно. У меня есть... Конечно, это стандартные шеи, но мы недавно с... Удобство все еще. Речка, осенью я, яблони, кислые кони. Сидр я люблю. А на сердце... Можем зайти за окно. Хочешь? Включая? А, да, конечно. Тогда скорее, я доеду. Да мы и на... Вау, дашь мне порулить? А ты умеешь водить? Ну, скажем так, если ты понимаешь. Урубай пятую. Давай уже, да. Популярные. Ты знаешь? И... Самые... А что именно... История. Какая имя? Сейчас чаще великое было. Хм.
Я, конечно, жила, но так или иначе, уверена. Да ну. Интересно. Ну да. Так вот, В смысле, второй муж? Да какая разница? Ну, вообще-то и... Фу. Для меня вот... Неужели ты судишь, не учитывая ум, особые умения? Какие еще особые умения? Посуди сам. В лучшем случае будут фальшиво стонать, позволяя любить. Мне кажется, такому человеку, который может такой... Например, что? А вот за пол... Звучит неплохо. Так что ты даешь мне романтик? Или можешь вместо раз, что ты выбираешь? Спасибо. Наконец-то я. Хотя нет. Ах, если бы ты знал. Нет, я. Что? Просто. История с этим. Часть из них просто за некоторыми скрывается реально. Каждый из которых. Какую? Не могу сказать точно. Просто потому, что не знаю. Запомни главное. Да что ты? Почему я должен? Пока что у нас только. Безусловно, ты. Алиса? Она больная на голову. Просто поверь. Я не знаю точно, но знаю точно, что это. Я тебе не верю. Может быть, ты просто. Прошу тебя, поверь. Я. Нет, на самом деле я немного. Дело в том, я была близко знакома с человеком, который и всю систему скуф-услуг. И так получилось, что он в некотором, ну, не совсем их доступ в систему я смогла обрести, но мне просто хотелось найти. И было так одиноко. Я создала образ этой мужики ведусынок. Я надеялась, что смогу найти таким. Но проще найти жену на сайте, чем встретить своего принца на белом коне. Дас. Ну, знаешь, я тут подумала, что, как говорится, лучше синица в руке. Может, у нас что-то и... Не знаю, если у нас общий интерес. Но, пожалуй, я заживой. А если... Если я тебе... Это, конечно, будет обидно. Ну что ж, поди, это жизнь. Она полна, но важно подниматься и идти дальше, верно? Так что я приеду. Когда Кира приехала к Скинкану, оказалось, значит, однако, пораскинув мозгами, Кира же, в свою очередь, приняла. Они поклялись друг другу. То есть, по правде сказать. Но, тем не менее, думаете, это не правы, ошибаюсь. Чего там залип опять за своим компухтем? Руки мой, быстрый борщ стынет. Да, дорогая, прости. Вот, в общем, и все, что Скуф может сказать на Монасте и Ксюше. Я ничего не говорю. Не говорю. Но если ты терпила и ссыкло, то, конечно, можешь дропнуть сейчас. Тех пор, Скуф, жизнь, правда, да. Но Ксюше было все, им было на самом деле. Дальше идет, в общем, интересный диалог с Нюшей, который продолжает дело Алисы и Киры и окончательно открывает нам глаза на Скуф-услуги. Погоди. Она какая-то двинутая. О чем ты вообще говоришь? Кто эти они? Первая тройка. Золотые девочки, которым всегда все достается. Ладно, забей. И туда, хотя он есть в базовом списке заявки на альтушку. Но они просто игнорируют его. Может быть, это иррациональный страх. Но что до меня? Мне уже нечего терять. В смысле? Почему? Да ты только посмотри на меня. Кому я вообще нужна? За всю историю сервиса еще ни один Скуф не выбрал меня. Меня вообще здесь быть не дал. Да что ты такое говоришь? По-моему, ты очень привлекательная девушка. А по-моему, она на всю голову. А я бы на твоем месте... Свалил уж. А слышишь? Тогда что последний? А ты молодец. Я это все в рот... Все это в гробу видала, вот. Меня вся эта убогая система бесит просто невероятно. Мы, скажем так, в некотором роде сестры с Ксюшей. Сводные или совершенно точно не родные. Слушай, тут надо дальше пройти в один раз. И для этого нужно собрать капчу, а я ведь... Ну, у меня лапки. Кто тебе нравится меньше, Ксюша или Настя? Нужно собрать одну чертову капчу. А я же электронная. У меня с этим совсем плохо. Может, ты не... Ого! Кажется, нам покажут сиськи. Или вроде того. Угу. Альтушка Нюша оказалась идеальной, несмотря на ее двойственную природу. А Скуф уважал Нюшу. Прислушивал, правда, когда оказалось, что сальса, но это уже было неважно. Наконец... Спасибо! Это единственное, что я не могла сделать сама. Теперь я наконец-то смогу получить то, что мое по праву. Я буду на первой полосе. Все будут хотеть меня и выбирать меня. А я уж выполню сполна свое предназначение. Но ты помог мне. Я удалю тебя из базы данных. Никто не заберет тебя. Ты свободен, Скуф. Не доверяй никому. Не совершай ошибок. Прощай. Мы помогаем Нюше. И она вроде благодарна. Однако, отыгрывая роль Насти, она нас забывает напрочь и нещадно обчищает Скуфовый кошелек. Господи, какой же ты жалкий. Меня совершенно не мучит. Прощай. Что? Несмотря на мелкие недопонимания, Скуф и Альтушка Настя уже... Настя переехала к Скуфу, а не каждый вечер. Настя рассказывала Скуфу. Оказалось, что Настя
прирождение. Скуф набрал еще 8 кило. В принципе, ему всегда была жизнь окончательна. Но... Это неправда! Так, а теперь к тому, почему я решила, что Лиза — это Алиса. Когда я играла в 3 часа ночи, мне почему-то показалось это абсолютно естественным и нормальным. Я почему-то решила из-за того, что Лярва забыла свое имя, а Алиса раньше говорила, что она сумасшедшая. Да и вообще, вторая страница полностью оказывается фейковой. Нюша оказалась смесью Ксюши и Насти, Кира — настоящий человек, а не программа. И в итоге подозрительными остаются только Лиза и Алиса. У них один цвет волос, имена похожи. Одна из них сумасшедшая, другая одержимая. И еще был намек с фото. Фото Алисы стоит дома у Скуфа, когда она исчезает. И оно очень напоминает фотоскример с Лизой Лярвой, который собрал Скуф. Хватит! Надоело мне это! Тише, Не надо меня тут, как тебя там. Лиза. Алиса? Неважно. Давай, подгружай уже все документы. Приезжай ко мне и займемся бесплатным государственным сексом. Все поняла? Так точно. Карту вытянуть хотите? В жопу свою карту себе засунь. Ладно, давай. Что тут? Я же просил! Я вроде бы... Значит, тот, что был у тебя там такое? Почему ты не говорил, что один... Братан, она тут... Давай-ка вырубай камни! Не смею! Ты расслабляй прямо сеть. Силою заклина! Говорись, оповинуйся! Я... Нет, твоего... Зачем? Это не твое... Уверен ты? Извини, а ты... Нет, смысл? Прямо вам... Но... Слушай, давай, ты не будешь трогать меня, а я не расскажу. Знаешь, потому что я-то... Ты... Ну как ты смеешь? Ты вот трогаешь! Ха-ха-ха, мне заклад, соглашайся на... Я... Ладно, договорились. А теперь верни... Раз, мы... А? Я что? В итоге с Лизой мы останавливаемся на хорошей концовке с выигрышем. Есть еще история с проигрышем и коллекторами, но кому это интересно? Нет, ты ух, вот это адрес. Неужели и правда получ... Поверить не могу. Теперь можно, ух, много чем, например, в отпуск съездить. Хорошая консоль. К тому же нас уже ждет киса с борщом, с которой мы съездим на наш выигрыш в пансионат.